Всем привет! Вы на канале Live Кристина. И сегодня у нас, дорогие друзья, видеовлог. А сейчас покажу наши новые окна. Да, значит, буду снимать вот так вот, да. Так удобнее. Значит, вот окошко мы сделали. Вот это будет закрываться. Это одно окошко. А посередине окошко открывается. Как микропроветривать, так и большое проветривать. Идем задом. Тут у нас берег спилили. Так, тут тоже окна поменяли. Это будет закрываться сайдингом. Вот еще одно окошко. Ну что, пойдемте в огород. С вами сходим. Сегодня у нас с вами солнце. Ялочка. Тут у нас такой подвал. Мы с вами заходим в город. Тут у нас цветы, не знаю, как они называются. Так, вот тут у нас стоял, должен был стоять бассейн. Но, к сожалению, это лето, не лето. Такие цветы. Дима, ее Зоя. Вот, лилия распустилась. Тут у нас мангал, шашлыки тут готовятся. Вот у нас распустилась. Так. Распустилась лилия темная. Очень красиво. Тут роза желтая, белая, красная. Вот. Это у нас вот под банками. Это у нас еще маленькие розы. Вот. Мы с вами можем наблюдать его за таким ростком под банкой. Ягоды, вот смородина, красная яблоня, вот яблоня, вот яблоня. Так, у нас есть еще теплица, мы в нее сейчас зайдем. Так, значит, вот у нас баня, как у нас расположены грядки. Это мини-парник. Мы с вами сейчас зайдем в теплицу и посмотрим, что же там есть. Так, тут дыня. Вот это все дыня. Перчик один. Слепень привязался. Помидорка. Уезжаем, поэтому наставили ведер тут, чтобы влага была. Йод вешаем. Йод. Вешаем для того, чтобы было йодирование помещения. Ну, не знаю, как это правильно сказать, короче. Вот. Огурчики тут наши растут. Вон они, красавцы. Вот, огурчик. Сейчас сходим, посмотрим малинку. Белый лепесток. Вот белая малина у нас есть. Сейчас, если я сорву. Также у нас есть красная малина. Я вчера вечером сыпала, не надо было. Вот это у нас такой виноград. Вот этот подсолнух. Вот еще подсолнухи. Подсолнухи Мишутка. Вот. Ну вот как-то так. Всем спасибо за просмотр.
Это будет как рум-тур по огороду, так и будет получаться, как будто это был, ну, просто видео. Ну, в общем, название попробую написать что-то поточнее. Всем спасибо за просмотр. А, вот. Господи, сейчас. Очень красивая. Не забыла, как называется. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.